Открывай кейсы на jetpub.com. Самые разнообразные кейсы и бонусы. Пополняй популярными платежными методами. Ежедневные розыгрыши. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Открывай кейсы уже сейчас. jetpub.com. Лучшие кейсы по PUBG. Ссылка в описании. Ну, блядь, ну что? Ну как? Ёбаный рот. Невероятно. Почему оно перевернулось? Ну хотя бы топ-10, но повторюсь, я уже на рейтинг не могу играть, нет смысла. Мне сегодня стрим-снайпер убили в начале игры, ну типа, овер дохуя раз. Жаль, я не могу, блядь, на стриме тоже с читами играть. Хотя мне не было бы, конечно, интересно, я ж не даун, но... Как бы я не конкурентно способен против читеров без читов, это как? Там минимум у челика в волхаке, минимум. Иногда аимбот бывает. Реже, конечно, но минимум волхак. Всегда. Типа находить. Бля. Воу. Так тоже можно на раковине. Бля, я, кстати, даже не тестил эту тему. Можно на раковину ставить. И он сейчас зайдет, я тупо его расхуярю. Я буду в голову стрелять, а он в ноги. И по идее я должен победить. Из-за этого. Ну хз. А, ясно, победил, проверяете. А это пиздец. Что это за круги такие? Чисто ВС меня круг. Каждый. Ну, это максимально ВС меня круги. Я не знаю, это 0 аутов. До будки добежать, это просто, ну это невозможно. Ну, если добегу до будки, есть шансы, как бы, ну, на успех. Это нереально. Хули он? Я умер. Он меня видит почему-то. Да, блядь, я знаю, где ты! Сосать. Рашен! Даже прицелы подобрал, но хила нет. Чё дальше? Хила нет, нихуя нет. Топ-6! В таких хуёвых условиях, повезло. Тихо, тихо. Как он попадает? Меня ж не видно, блядь! Чего? Чего? Челик, Синька! Это как? То есть он сзади меня просто умирает или что? Я не понимаю. Мы оба умираем просто зачем-то? Why not? Вдвоем умереть. Да. Все равно тут не выиграл бы никак эту игру, нереально выиграть ее было. Хоть убил челика. Шестая игра не так. А, кайф, меня вырубилась игра. Я смогу сделать реконнект, если, конечно, меня сейчас не убьют. Просто закрылась! Реконнект! Здесь меня не убили. Просто закрылась, просто оп, хлоп, закрылась. Кайф. Земля металлом. Я жив. По крайней мере. Чё? Графика, машина. Задержка, ебать. И графики нету, смотрите, не загрузилась нихуя еще. Сейчас процессор сгорит. Ну, чисто ради интереса, сколько сейчас было? 98 было. 98 градусов, пока начало все заново загружаться на стриме еще. Ну и дерьмище, бля.
Где 4х делся? Как это? Вот хуесос. Стрим-снайпер опять, наверное, какой-то. Тоже еще. 4х мой. Походу. Здорово, папаня, это твой пес Сафон. Итак, расскажу тебе историю. Это грустная история. Когда папане было 9, не помню. Сосед Богдан изнасиловал его ключом, блядь, на 9. Ладно, все, твари. Иди нахуй, ты меня уже заебал, сын говна ебаного. Иди нахуй, сын твари. Я еще ради этого офл звук писец. Ладно, все, всем пока. Как он вообще там сидит за углом и знает, что кто-то сзади будет обходить? Не, вообще непонятно. Ну, по идее, что годное, да. Такой видос с музыкой. Минус вот на ютубе. Ну да, приятный видос, окей. Мы на 4 минуты. Помню, раньше такие видосы пока я смотрел, потом надоели что-то. Начали выпускать это, не знаю, около 2011 года. Когда прям камеры совсем охуенные стали. Не люблю такие видосы, но, ну, просто на стриме впадло смотреть аж так 4 минуты. Но вообще такие раньше видосы, пока я смотрел, потом что-то надоело. Пиздатые видосы, базара, ноль. Бля, зачем ты вообще эти видосы пилишь? Папич играет на Леоне в мини, дайте мне ЛП, да-да, я, бля. Очередной доктор. Здравствуйте. Кого вы хотите мне показать? Моего друга Папича. Добрый почёнок. Он дота ветеран. Ясно. Чучоба, чучоба! Пидорасы! Найс команда! Замедленная, сука, съемка. Готовы? Погнали! Мразь! Я... Блять. Не, ну... Видос с живым Кэрри сложно провалиться, конечно. Это уже не честно, это абуз. Джи-джи, земле пухом! Я не буду играть в Шрек!
Лучший в мире заработай, а что толку? Сербухи старин веселой! Сарм! Это вообще не я! Или чё это, блядь? Наоборот. Бля. Ваш друг не первый дотёр, которого мы лечим. Правда? Мы очень серьезно относимся к эмоциональным стрессам, которые происходят во время игры. Мы проведем пару тестов, но скорее всего ваш друг обычный виртуоз. Я боюсь выйти, бля, а если тут чел сидит, ныкается? Боже, сын, блядь, ну помогите мне! Да он тяжело переживает. Давно это у него началось. После новой калибровки. Здесь у нас терапевтический кабинет. Я хорошо, что прошел новую калибровку, о чем рофу? Тут уж лин, будьте осторожнее. Тут кладовка. А вниз по коридору. Ноль контры. Тима мусор. Теперь он успокоился на 20 минут. Я могу тут стоять так дрочить тысячу лет. Ну да. Давайте тогда сексом трахнемся. Отлично. Доктор Пауэлл, вас вызывают. Окей. Ну ты забудь о Джима Керри. Hey, what's going on? It's mine, Daddy. Noah keeps taking away from me. Noah, give it back. No. Noah, give it back. No. I said give it back now. Noah. Larry, what the hell are you doing? Larry, you can't just. Oh, Larry. Oh, are you alright? How did? Larry. Что это видео похоже? Где я-то видел что-то такое? Только на самом деле, когда смеяться. The slap, part two, coming soon to... Ясно. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.